Итак, всем привет! Вы на канале Guns My Life. Сегодня хочу похвастаться и показать вам, какой я сделал приклад из дерева. За основу взяли АТКМ, нескладной приклад. Вот. Сделали шарнир. Тоже взяли от пластикового. Вот такой шарнирчик. Монтировали его, приварили к нему эту часть, чтобы было крепче, соответственно. Зашпаклевали вот эту часть. Перенесли крепежку под ремень на обратную сторону. Сделали фиксатор. Он очень разработался, заедает бывает. Вот, здесь пенала не будет, это как работает как пружина. Вот. Покрасили его цвет морилки, красное дерево, не на водной основе. Покрасили лаком потом его. Что еще? Покрасили цевьё, сделали по цвету этого цвета. Теперь удобно его переносить, соответственно. Ну и красота, эстетика как бы присутствует. Что мы еще сделали? Это сайга 410, кто не узнал, да, именно это она, исполнение в четвертом. Не нравится мне насадка, так сказать. Что мы сделали? Заказали у токаря ну, то есть чтоб, если вот накрутим парадокс 150 миллиметров, да, эстетика сразу теряется, да? Эстетика теряется. Вот так он начинает выглядеть. Ну, это бред, да? Что мы сделали? А мы сделали... Откручиваем. Заказали мы имитацию глушителя. Одеваем такую штучку. Сильно закручивать не буду. Это все алюминий, чтобы легче было. Хорошее качество алюминия. Что дальше? Есть вот такого плана, поменьше. Это за основу взять китайский какой-то. Вот. Для дульного сужения. То есть вот такое. Что мы делаем дальше? Одеваем такую штучку. Потом накручиваем парадокс 150 миллиметров. Вот. Потом накручиваем на такую штучку заглушечку. Вот такую. Ох, неудобно, как одной рукой все это делать. Накручиваем. Вставляем и закручиваем. Соответственно, здесь у нас, сами видите, заподлицо. И приобретает вот такой вот вид он. Совсем другой вид, да, получается. Вот, если не нравится нам именно такой вид, что мы делаем? Ну, или нам надо просто дульное сужение. Откручиваем обратно. Откручиваем парадокс.
Прикручиваем дульное сужение. Откручиваем заглушечку. Прикручиваем коротыш. И прикручиваем заглушку. Смотрим, что у нас получается. А у нас получается вот такая замечательная штучка. То есть в сложенном виде. Это выглядит вот так. Что еще мы сделали за 2020 год? Мы приобрели вот такой вот магазин 5.45, сделан под коротыш 460-го патрона переделан. И вот такой вот адаптер под этот магазин. Вот. Так, вставляем его. Теперь смотрим. Опять совсем другой вид. Уже как 5.45. Получается автомат. Укороченные, как сделать укороченные патроны. У меня есть видео. Ищите, смотрите. Вот. Ну, то есть, да, сравним магазины. У меня есть на 10 патронов под 410. То есть тоньше гораздо. Вот. Что еще? Ну, в принципе, все. Другой тюнинг я не показывал. Нам осталось только сделать от пулемета поставить, чтобы подстраивать горизонт. И все. Так что, кому понравилось, комментируйте, не забывайте комментировать, ставьте лайки, подписываемся. Это был канал Guns My Life. Всем удачи, всем пока.